Всем хорошего настроения. Сегодня у меня первое видео из серии видео, в которых мы будем определять лучший угол заточки для кухонных ножей. Как же мы это будем делать? Вот этот нож, который вы сейчас видите в кадре, заточен под углом 50 градусов. Это очень тупой угол. Сейчас даже топоры под таким углом не точат, но мы протестируем вот этот угол для информации. Мы узнаем его режущие способности, а также динамику затупление этого угла заточки. Я думаю, будет интересно, и кто-то, возможно, даже изменит свое мнение о этом угле заточки. После того, как мы протестируем данный нож, мы перейдем к углу заточки в 45 градусов. То есть я переточу вот этот нож под 45 градусов. Потом протестирую, запишу информацию и переточу под 40, потом 35, потом 30, потом 25, 20 и 15 градусов. Все эти углы мы протестируем для того, чтобы вы отыскали свой оптимальный, идеальный угол заточки кухонных ножей, поскольку он будет для каждого свой. Кому-то нужен более острый нож на кухне, а кому-то более стойкий к затуплению. Как будет происходить сам процесс, сейчас увидите, поскольку мы будем тестировать данный нож. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы обратиться к вам. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый раз, когда я вижу новый палец вверх, то есть лайк, или даже дизлайк, или просто вижу ваш комментарий, я искренне вам благодарен за поддержку. Это для меня очень важно, и это мотивирует меня. И искренне хотел бы, чтобы на вашем жизненном пути также было очень много хороших людей, которые вас поддержат, когда вы будете нуждаться в этом. Спасибо вам за поддержку. И сначала я предлагаю проверить режущие способности кухонного ножа с углом заточки 50 градусов, то есть его остроту. Как мы это будем делать? Вот здесь у меня есть обычный лист бумаги формата А4, который я обрезал до 1 сантиметра. То есть это бумага, плотность которой 80 грамм на метр квадратный. Вроде бы там так. Это стандартная бумага А4. И здесь у меня, если не ошибаюсь, 30 листов. Но это не так важно, поскольку мы будем считать, сколько вот этот нож в идеальном состоянии, то есть я еще этим ножом ничего не резал, перережет вот этих листов бумаги. Допустим, здесь будет там 10. Потом мы делаем, это я вам рассказываю динамику тестирования, потом мы делаем срез вот этой бумаги. Она также будет для всех случаев одной плотности, одной намотки. Мы делаем один срез, потом проверяем, как изменятся вот показатели остроты ножа также на срез вот той же бумаги, сколько он срежет вот этих листов. Потом опять срез и опять проверяем. И так где-то там 3 или 4 раза. Посмотрим по динамике вот этого изменения. Если у нас уже будет достаточно информации, тогда будем прекращать. Но для того, чтобы постоянно было одно и то же давление на вот эту бумагу, я буду контролировать давление по вот этим весам. То есть давление на вот эти веса постоянно будет 1 кг. Если я буду видеть, что давление больше, я буду останавливаться. Если меньше, буду немного придавливать. Я понимаю, что идеально в 1 кг мне не получится срезать. Поэтому будет там 50 грамм, я думаю, туда-сюда бегать. Но я буду стараться идеально срезать в 1 кг. Чтобы получить максимально точную информацию и одинаковую для всех ножей. Сначала мы обнуляем веса. А теперь я устанавливаю нож. Но давайте мы сделаем так, чтобы постоянно был один и тот же рез на... Так, это у меня магниты. На одну и ту же, как бы... На одно и то же расстояние режущей кромки. То есть там от этой точки до вот этой точки. И... Я предлагаю вот так начинать, то есть мы вот здесь не будем задействовать вот этот край, поскольку у нас есть какое-то расстояние вот здесь. И мы здесь начинаем всегда рез вот от этой точки. И заканчиваем, давайте заканчивать постоянно на какой там, например, на вот этой точке. То есть когда вот эта третья полоска дойдет до края вот этой вот этого бруска. Вот так будем тестировать всегда каждый рез и для каждого угла. То есть вот так я прижимаю, теперь я до 1 килограмма довожу нагрузку и начинаю двигать. Так, тяжело, конечно же,
попадать в этот килограмм. Но давайте посчитаем, сколько срезов у нас получилось. Сколько листов? Один. То есть на вот этой остроте после заточки мы смогли срезать с давлением в 1 кг 5 листов. Это нужно запомнить. И смотрим, как нож режет газетную бумагу. Вроде бы хорошо. Так, теперь... Так, одну секунду, где делся один магнит? Так, теперь давайте посмотрим, как был не срезан... Почему был не срезан вот этот лист? Видите? В конце вот он уже не срезан. Вот. Сейчас мы убираем все срезанные листы. Все, видите? Вот этот последний чуть-чуть не дорезал, а вот этот уже даже там, небольшое касание только было. Вот это мы оставляем. Что мы делаем дальше? Дальше мы убираем. Это только сначала будет так долго, поскольку я все объясняю, чтобы вы понимали, что нужно запоминать и какая информация получается от этого теста. Дальше мы берем вот эту бумагу, берем нож и делаем один срез. Поехали. Сразу же хочу сказать, что очень трудно резать. Ну, это угол заточки 50 градусов. Под таким углом заточки никто сейчас не точит. Так, есть. Один срез полный. Теперь мы возвращаемся к тесту на режущие способности этого ножа. Как изменились? Один. И все. То есть после одного среза вот этого, этот нож практически уже устал. А почему так? Поскольку мне пришлось, я так думаю, это просто такой как бы логический вывод, мне пришлось очень сильно надавливать на эту бумагу, чтобы ее перерезать. Поскольку он практически не режет. Я считаю, вот сейчас даже вывод, еще не знаю, какие будут дальше результаты, что вот этот угол заточки 50 градусов, это вообще не подходит для заточки ножей. Я думаю, дальше даже угол в 45 градусов покажет намного лучше результат, чем вот этот нож. Возможно, я ошибаюсь, мы это все увидим. Ну вот, сами видите, я дальше даже не знаю, стоит или нет резать вот эту бумагу. Но давайте... Для чистоты эксперимента мы еще сделаем один срез и проверим его остроту на вот весах. Ребята, это нереально. Он, ну, очень тупой. Это, конечно же, парадокс, поскольку вот этот же нож, ну, вот этого же производителя, с углом заточки 35 градусов, вы видели тест у меня на канале, сделал здесь, сколько там было, 11 срезов. А вот нож, который должен быть более стойким, но он изначально плохо режет. Просто плохо режет уже с углом заточки в 50 градусов, без износа. А вот когда мы сделали один срез, давайте я попробую еще... О, чуть камеру не скинул. Нет, не вижу смысла. Реально делаю большое давление, чтобы срезать. Он просто не режет. Кстати, возможно, кому-то будет интересно, какой результат по резу газетки покажет этот нож после этого всего. Смотрите, какой-то парадокс реально. Газетку режет, бумагу не хочет резать. Срез на остроту показывает, ну вот, плохой результат. Ну вот такой парадокс угла заточки 50 градусов. Давайте еще раз, поскольку вот что-то порвало. Ну вот. Такой получается срез. И режет, и не режет. Есть какие-то участки, возможно, где было максимум усилия на срез, вот по центру.
Ну вот, как-то так он режет. Ну, в любом случае, данные интересные и не ожидал. Я думал, что его хватит на дольше, просто будет рез хуже. Вот как-то так. Я сделаю для себя вывод, что угол заточки в 50 градусов вообще не предназначен для заточки кухонных ножей. Вот такой мой вывод с этого теста. Можете записывать вот данные, потом увидите, что, какие результаты покажет угол заточки в 45 градусов, 40. Возможно, будет интересно узнать вот угол заточки в 50 градусов и его результаты. Его результат — это изначально он сделал 5 срезов, а после одного среза, который был, ну, очень тяжелый, он сделал один срез. Вот такие результаты. На этом все. Надеюсь, было полезно и интересно. Ожидайте новое видео, новый тест этого же ножа с углом заточки в 45 градусов. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. До свидания.